Давайте 3 минуты перерыв, короче, в связи с этим ребутом. Битора. Заходит. Шаман, отойди. Давайте потихоньку заходим. Пошли дальше. Трэш-части. Так. Хилы АФКшки, понятно. Я понял. Видимо, у нас Элем подхиливает, или кто? Или Элада? О, Эрдл проснулся.
Когда я был начинающим танком, я мог на них эти слюни пускать, но они не падали. А теперь идите нафиг. Так, вторая группа будет тут. Первая пойдет туда. Кушайте рыбку. Так, мораль, ну если это, в смысле, когда он спустится, этот прожмешь синюю стойку там или что? А, стоп, все переходим, это. Не понял. Так, Моси не хватает в этой комнате. Ну тут возле рыбы сидит. Мося. Ну я уже под синюю эту стойку же. Все, пуляйте, короче. Наверное, надо было Войда к нам, ну ладно, пофигу. Мося тоже Старфолом хорошо дамажит. Тут обычно 2 ДД справляют. Ну, нормально работает. Интересно, с него мой мечик выпадет. Просто размотали, ребят.
Понимаю. Ну, я не успеваю после лужи что-то нажать. Но. Я тоже одну лужу кидаю, и все. Ретрик во всем виноват, но. Джагой одной шотает, но. Но я и говорю, топовый мечик выпадет, интересно. Вообще я меч хочу с Варлины на транс. Но этот тоже классный. Вон Рога, небось, за него этот. Всех нас тут убьет, порежет просто на лоскуты. Больше всего мне доставляет в этом мече то, что его в Саус Парке снимали. Как меч тысячи истин. Вы же в курсе, да, что Близзы активно помогали создавать эту серию? Сириус? Серию Саус Парка, в смысле. Не Сириус. Мне послышалось... Близзы, да, как и Сириус создали, ну да. Мне послышалось сервер, этот, сервер, думаю, не понял. Этот сервер у них заработок отнимает. Ну, как бы, я не знаю. Да он ни в какое сравнение не идет с Близзардом. Я понимаю, но он отнимает заработок. Да какой там заработок? 0,5%? Меньше. А какая разница? Представь, сколько таких пиратских серверов. Они же их все пытаются закрывать, суды, не суды. А вот с Сириусом конкретно почему-то не получилось. Потому что ты голимая пиратка на 2000 человек. Ладно, на 10. Нет, они же там что-то тоже судили сильно. Ты намекаешь, им дали взятку, да? Нет, там думаю. С Брюсом, с собой, этим призом? Ну? Какую нахрен они могут взятку, если они компенсацию бы гораздо больше сорвали бы с них? Может, они больше? Может, они контракт бросали? Ну, тут же богатый, так, есть инсто, который, ну, нету, я так понял, в оригинале, да? Типа, как Аражан. Да не совсем не в этом дело. Вся эта игра — это близзардовская собственность. Я просто к тому, что, ребята, не учитывайте, что просто админы Сируса вывернулись, так сказать, и все, выкрутились. Они могли сервера перевести куда-нибудь в жопу тигра и закрыть эти сервера, но физически не представляется возможным, потому что на территории жопы тигра нет соответствующего пункта в законодательстве. Может быть. Законодательство жопы тигра, хотел бы я на это посмотреть. Что, теперь косты не сбиваются, что ли? Я вроде сунул ему или чё? Может, я промазал, конечно. Сейчас я ему насую, но. Я думал, малыш без тысячи ему настует. Может, ты не туда сунул? Все, пацаны, бегите, сука. Вот поганая. Не сработало. Это плевок в мою сторону от него был. Это причина на 30%. Котик такой строу-фейсом. Все пацаны говорят, бегите. Это такой, да ты что? Он на 30% тэпнулся к ним. На 30, сволочь. Красавчик. Бежим, бежим, чё боитесь? Давайте сюда. А нет, не на ту. Они тролли тоже на туре, они у готика научились, что ли? Там по центру еще аккуратно идут. Эти налево сейчас стартанут, эти прямо пройдут.
Так, идем, там лошади пляшут. Все, пацаны, маг у вас турбированный. Маг пошел. До свидания. Давай, счастливо. Мне пихуй. Ой, мать моя, женщина, ну что ты пытаешься-то? Так, я понял, те ребята еще разбираются в тактике. Чисто маговская фишка, все. Охуенно, прописали им поиск пути. Да надо было этих забрать, и там дальше следующих. А то что-то мы долго тут торчим. Как бы уже прошли. Тотемы убери. Скелеты убивают. Че, все прошли? Да. Так. Вам рыба для павших. Спонсор сегодняшней рыбы Void Light. Я тоже 4 рыбы. Кому в хила? Не, ну давай, да, в хила. Вообще, я бы, конечно, другого хила туда отправил, но что-то это сбивать косты только Элема может. А чё, зачем хил? Он Элем хипал туда, и всё, блядь. Чего? Нет, пойдет мораль и Элем. А тут хипал здесь будет по-любому. А тут-то кто танчит? Я буду танчить. Двоих? Двоих? И двоих потанчу, вообще без проблем. А, ну попробуй, интересно. А да мы вольем сейчас, вы что гоните? Это десятка, ё-моё. А что? 25-ки, говорят, тоже так сводили, да? Так. Крысолак, отбейся. Так, ну этот, Лем, ты в курсе, что там делать? Тебе показать, где стоять там не надо, надо. Шаман. Иди с моралью, посмотри, куда там встать. Мораль тобой будет командовать. Иди назад уже. Ну, тут, где ты сейчас стоишь, тут будет чувак на коне, там и маяка сбивать. Огонь. Вот это разжевал, вот это я понимаю, но... Просто в рот положил. На лужу, не стой, там еще лужа черная будет вокруг появляться. Этот... Лемчик, только ты это подойдешь поближе к нам, Геру сдашь, то есть где-то на центр выйдешь, а потом обратно туда встанешь. Ну, Гера вроде в километре, она же вроде достает. Она достает, да? Оттуда прям? Она должна вроде. Ну вот, да, хорошо. Рано, все готовы, я пуляю. Герус сразу давай. Все в кучу встали. Риминдер заехал.
Нормально идем. Ты ж не сглазь, блядь. Шаман-то хилься там. Вы можете поменяться сзади, три стака. Меняемся, шаман. Идею как сбивать второму. Так, давайте быстренько там прожались, там, я не знаю, что хотите делаете. Рога, ты куда ушел? Ты что делаешь, Рога? Ёб твою мать! Ну-ка бегом бить быстро, а то я не ум... Я сейчас умру, блин, из-за тебя. Рога, у тебя команда была уходить? Вообще с ума сошел, чувак. Надо. Правого, да? Или левого, левого? Давайте, леди Блёми. 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 Так я на зелика, короче, постою, чтобы там шаман не это. Нет, давай я иду. Потому что у меня 4 стака на этом. А, ну давай, давай. Иди сюда, поменяй. Уже. Там все равно танк находиться не обязательно. Можно косты сбивать, говорят, помогает. Серёга? Базари. Погнали. Ну что тут убивать, да? Да? Когда есть мораль, вообще без проблем. Так сказать, на боевом духе. О, в натуре я промазал. Сейчас что у меня там по меткости? А-а-а. С этим кольцом упала меткость, поэтому я мажу иногда забиванием стану. Хорошо, что глиф на таунт есть. Ну, забирай. Да, я смотрю, многим понравился мой ник. Кто вы ник? Ник, да, типа... Мой ник вообще чуть ли не каждую неделю употребляют. Когда, говорит, срез, когда срез? Придет. Придет. А когда будет? У меня вчера вроде этот, где там, в ОС 10 вроде были, на столовку морали. Ну, путали меня, но только там вообще ники разные. Так, Саня накуренный пришел, короче, и все, пиздец. В смысле, вчера это было? Или вчера, или вчера. Вчера это было же. Ну, не помню. Короче, на днях. Ну. Не, ну может вы там вчера, когда ходили, вчера не было 25-го. Не, 10-го я не был. А в десятке тоже он тебя путал? Меня уже с тобой. Этот виклик хорошайте, у кого есть. Кому и... надо. Ща. О, какие алые рубины. Какая похлебка из крысы. Какая пещерная крыса. Что происходит? Меня тут чисто подъебать решили, короче. А нубрикан должен умереть. Предложить. Меня разводят, на. Как тигры в заповеднике. Там еще бьете кого-то, что ли? Блин, ну все. Блять, у меня... Никто не упал, я сразу пуляю. Все зашли в комнату. Погоди, да, я спекнусь. А, да, все, да. Вижу, что ты спекаешься. Да, минуту на две спекайся только. Поехали. Разбежались по полукругу. Даже тренды меня послушали.
Но подлетели все равно все, кто сзади. Да серьезно, почему все подлетают? Почему? Вот дерево стоит. Дерево подлетело тоже. Нет. Сейчас только наша половина левая. Ну, что за... Достал он меня швырять. Стопа выбил, ублюдочный. Сволочь. Ну, понимаю она. Стука, что пошел я. Все, ладно, пацаны, давайте я пошел. Давай. Приходи еще. Бать сама бегает, смешно. Отойдут буквально 3 минутки надо. О, опять мой кристалл пропасть. Мой. Нормально. Вверх поднялся. Честно задумал так. Ну, в смысле, я уже так не первый раз делаю, мне уже это тактика на них. На вот этих двух пауков конкретно. Я ее назвал Человек-паук. Потащил. Нормально. Не понял, где фиолетовые шмотки? О, вот этого рецепта у меня нет. Не будет. Поход надо пивать. Так, давайте, все, готовность. Наверняка никто не упал. И, короче, залетаю. Вот этот, прям там будем бить. Что, можно, можно чего угодно делать. Только Геру дайте. Шаман, поставь этот тем на очищение, пожалуйста.
Ну, короче, этот клинок не выпал, который я хочу. Вообще за все время один раз упал. Считаю, что сдавать Starfall здесь было опрометчиво. Пауки из-под земли вылезают, как бы, и кусают в жопу. Давайте тут подождем всех, а то я знаю, что любят тут собирать этих красных пауков. Прекрасно. Пятнадцать минут ребут. Чётенько. В этот раз хотя бы предупредили. Ну, босса как раз успеваем убить. Ну, да мы двух, наверное, успеем. 15 минут. Да ни одного. Тогда тоже предупредили, но... Ну, если в одного... Ирр упал раньше. Нет, они уже порофлили, но... Ну, так как написали 30 минут ребут, ну, через 30 минут, потом проходит минута, через 15 минут, проходит еще минута, ребут. Паучки, ловите, ребятки, ловите, ловите, я лью, держите агро. Это не про нас, да? Зачем ты льешь? Эти паучки ушли ровно после, появились после того, как я сдал агробилку. Не нужно, нужно мне хотя бы чуть-чуть на временно. У меня же не как у ДК работает. Я бы, если бы лужа была, я бы, блядь, без проблем сказал, лечу хоть. Хоть обсыкай. Понимаю, что-то, все понимаю. Тут рыба на особе или под собой пошла? Тут рыба, если что, на входе. Если кому нужна. Притяжкой, кстати, кайфово летает этот паук. А на ком будилка, кстати, висит? Вообще не на ком. Понимаю, но... А, бы раньше на морале было, но что-то слетело. Я умирал. Ну вот поэтому и слетело, значит. Ты там хоть продиктуй 3-2-1, когда врываться будешь. Кинь на меня бдилку, пожалуйста. Заметишь. Ну, нахер тебе бдилка нужна. Ты не рвешь агро. Да, ладно. Ну, ладно. Сейчас он ворвется, типа. Ладно, я понял тебя, понял. А то сейчас будет ультуар по Мехинах. Все, я готов. Вызов принят. Это не я. Это я спулил. Просто ей нужно дать чуть-чуть пройти, потом сделать рывочек и все, чики-брики. Вот такой агро мне нравится.
Кокон РДД. Кокон РДД. Кокон сбиваем. Я не успел. Чему холипал должен, блядь, свечиться? Типа, господи, паучка заберите с хилом. Спасибо. Кокон. А если сейчас в глыбу бахнусь перед это, перед паутиной? Ну тройнее я чё. Блять, не успел, ладно. Просто я подумал, что будет у тебя засранная глыба какая-то. Двадцать 3 секунды. Так, 9. Интересно, успеем? Успеем. Фу. Хотел проверить. Ля, щит или ему? Или хулипал? Хулипал. По-любому хулипал. Пылим. Вот. Видимо, им обоим нужно. Давайте все наверх перелетаем. 10 минут. За глаза. Успеем, конечно. Все на сферу нажимаете, кто там? Не тыкается. Просто медленный. Не, просто бывают, люди тупят. Этот, например, Леха первый раз когда смотрел. Пришлось выйти и объяснить, куда ему заходить. Все тут погнали. Сейчас, секунду, я встану сразу на место. А то, блять, выравнивать его, это дополнительный геймор. Он залетает, потом садится к тебе. У вас там в миле это лужа. Разбередитесь. Декурсите, кто может. Шаман, на тебя. Так, все разбежались, раньше 10 держим, чтобы дополнительный дамаг не получать. Ага. Одна есть, вторая есть. Все заметки спрятались. Дерево держишься. Лёд, ты на тоненького прям. Чисто любит экстрим. Никто даже фрост защиту не подрубил. Она для лохов и петухов, ты что? Вот так, да? Ну, вообще есть, по-моему. Я вижу ауру как... А твой глайд. Со мной.
Одна голуба. Прячьте. Прячьте. Прячься, прячемся. Зомби прячется, ты чё? Ну ёпта, зомби. Всю тактику обсирает, ну. Он не слабый, он сильный, поэтому и выжил. Мне всегда было интересно, если я в глыбу нырну, я спасусь от этой херни? Нет. Нет? Нет. Вообще, по идее, глыба должна позволять и пойдеть такую фигню. Глыба от АОЕ дамага даже вот этого не защищает, только вот от этого Близзарда и все. То же самое и Бабл, кстати, тут. Бабл тут не спасает от бомбы. Нет, я не про то, я вот просто сейчас АОЕ бьется по нам, да, фростом. А-а-а. Вот, тоже глыба не спасает, ни глыба, ни Бабл, кстати. А вот от дождя спасет. Ну, как бы. Респектабельно. Лапы, голова. Уф. Пять минут ребут. Ну, перекур. Но ну, там, потому что пока ивент, это вся хуйня. Да, этого мы точно не успеем. Значит, перекур 5 минут, пацаны. Все, ну пацаны, давайте. Главное, в зеленый кружок не лезть. Остался только Андрюха. О, и он здесь. РЧ, бафы, не бафы, кому что надо. Чё, раз мы сегодня так быстро, давайте и ачивку сделаем. Не, не надо. Надо, надо. Что это? Стоит. Заходи, выходи. Так, сейчас быстрый скелет пройдет. Все нормально, даже скелет что-то не быстрый даже. Да, вы что не бьете? РДД, ну, давайте, в скелет. Бейте. Те, кто ходит в вашу сторону, бейте, и чё вы стоите? Смысл? Что за наездами? Так, вот эта комната пошла к нам, я три пуджа забрал. РДД, внимание на скелетов, обратите быстро, заливать их надо. Ваше дело скелеты. Скелеты и бабы, все. Худже и милики там уже как надо, что надо сделать. Баба. Со входа справа. Скелета. Баба слева от входа.
Скелет подходит от губоса. Баба со входа идет. Килет подошел, ребят. Банши заливай, мордоде. Скелеты тут уже. Старфол, чётенько. Скелет тузат вышел. Я в курсе. Бабу трэш заливаем, не переживайте. Вот это вот зачем вы сделали? Поднимайте их. Я резаю. Косты сбиваю. Мораль, поднимите обязательно. Они два БР в одного, что ли, отдали? Нет. Все равно. Так. Больше к танку не подходит. С такой фигней. С дистанцию держим. Морали малыши, малышу даем этот каски МП5. Рога, помогай косты сбивать. Элем, тебя тоже касается. Да чтоб тебя. На танка не надо вешать такую кельту зад глупый. Мелики. Так. Где? Сзади, слева. Забирай, забирай. Второй вышел. Выйди, выдерну. Все, забрал их? Держи.
Мили. Ну вот. Ого, о, блядь, голова. А чё это? Чё с хапалом? Не знаю. Отдохнуть. Жалко, ну, голову забил. Аж рядом с шаманом стоял. Ну и всё, ну. Ну, типа того. Всем спасибо.